Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем телевизионную версию книги Грегори Самуиловича Хаймовского «В поисках острова радости». Книги, которая вышла в 2002 году в нью-йоркском издательстве «Либерти». Издатель Илья Левков. Грегори Хаймовский, известный пианист, солист и ансамблист, музыкальный педагог, профессор Горьковской консерватории и профессор Нью-Йоркского частного университета NYU, музыкальный критик и публицист, писатель-эссеист, то есть человек в многообразных творческих ипостасях. Но прежде всего он, конечно, пианист. Сам Грегори определил жанр своей книги так – автобиографическое эссе. Такой жанр позволил ему написать книгу, интересную не только музыканту, но и любому читателю, даже если он достаточно далек от музыки. Книга представляет собой яркое литературное явление. По языку, по образности, по глубине содержания, по тонкости мысли и по точности оценок. Особое внимание уделено еврейской, так сказать, компоненте музыкальной культуры России и СССР. По ходу передачи я стараюсь последовательно, но по возможности кратко излагать содержание книги, останавливаясь на тех местах, которые представляют для нас с вами наибольший интерес. Эти места обильно цитируются, отдельные отрывки исполняются. Кроме того, в передаче входят фрагменты видеозаписи выступлений артиста. Один такой отрывок был показан в первой передаче цикла. Напомню содержание первых двух передач. У маленького Гриши и его старшей сестры Кати, вы видите сейчас детей в Болшево, в подмосковном районе, где они жили, рано проявились незаурядные музыкальные способности. Мать Мария Исаевна, вы сейчас видите Грегори с мамой в 1989 году в Иерусалиме, здесь ей 90 лет. Так вот, Мария Исаевна, несмотря на то, что она в 32 года осталась вдовой, делала все, что в ее силах, чтобы дети могли получить хорошее образование. Первыми учителями Гриши были знаменитый Павел Серебряков и сама Елена Фабиановна Гнесина, по классу которой он окончил Гнесинскую музыкальную школу и несколько месяцев проучился в Гнесинском институте. Затем он неожиданно перешел в Московскую консерваторию, поступил в класс профессора Зака Якова Израилевича, вы его видите сейчас. Обо всем этом более подробно рассказывалось в первых двух передачах, а мы продолжаем наш рассказ. Грегори восхищался филигранно точенным пианизмом Зака. Яков Израилевич не играл эмоционально. Он, казалось, интеллектом своим проникал в текст и возвращался оттуда, неся то, что ему представлялось логически существенным. Но затем Хаймовский пишет, цитирую, «Уроки с Яковом Заком были часты, долги и дотошны. Мой новый учитель не слышал или не хотел слышать моей индивидуальности. Он ваял некую другую, ему близкую. В его педагогике господствовало доктринерство. Эта нота представлялась вот к этой ни раньше, ни позже. Темп брался такой, а не другой. Педаль не иная, чем им указанная, и динамика такая, чтобы басы всегда оказывались тише, удаленнее от верхних голосов, и все это повторялось многократно, пока ученик не сдавался. Не знаю, был ли я бабочкой яркокрылой у Гнесиной, но здесь пыльца с моих крылышек быстро облетела». Зак повторял, «Научитесь играть так. Это и есть мастерство. Если это вам дастся, ваше, если вы несете что-то яркое, проснется обязательно, но уже будет в ином оперении».
4 года ломал меня, Зак, продолжает Грегори. Я даже что-то играл недурно. Однажды удостоился от Якова Флиера, вот его портрет, похвалы за мою ми-бемоль-мажорную сонату Гайдна. Он сказал, наконец, в консерватории появился подлинный пианист. Но в большинстве своем мои выступления на внутренних концертах консерватории не отличались ни яркостью, ни глубиной, ни виртуозностью. А ведь все объяснялось просто. Я был вылитым типом романтического пианиста. Зак же никогда не стоял даже рядом с романтизмом. Он топтался со мной на подножном, без устремленности к цели, репертуаре, вместо того, чтобы идти на Шумана, Листа, Скрябина, то есть на композиторов-романтиков. Именно этих трех композиторов, Шумана, Листа, Скрябина, он плохо понимал и не чувствовал. Все это, впрочем, относится к молодому Заку. Я не свидетель его позднего развития как педагога, добавляет Грегори, и здесь конец цитаты. Итак, концертный зал Нижегородской филармонии, 1993 год, Грегори, зрелый мастер, известный музыкант, исполняет на бис листок из альбома Роберта Шумана. И все-таки однажды Грегори победил Зака. Ну, победил, конечно, в кавычках, потому что Зак
сам радовался успеху своего ученика, независимо ни от чего. Это произошло в день дипломного концерта в конце мая 1950 года. Григорий уперся и настоял на том, чтобы во второй вещью, которую он будет играть, стала семиминорная соната Листа, великого романтика. А сначала, по настоянию Зака, он должен был исполнять реминорную прелюдию и фугу Глазунова. Что же касается сонаты Листа, то ни на одной репетиции до самого концерта Григорий не услышал от Зака ни единого слова похвалы. Принципиальный спор между учителем и учеником разрешило дипломное выступление Хаймовского. Гриша очень волновался. Было отчего. На балконе комиссия. Генрих Нейгаус, вы видите сейчас его, Яков Флиер, Эмиль Гилельс. Это фотография Гилельса с дарственной надписью для Орландо, американского дирижера, и другие. Председатель Арам Хачатурян. Григорий Самуилович вспоминает, цитирую, «разыгрался на этой ампирно-глазуновской кляче». Так он в сердцах назвал прелюдию и фугу Глазунова. Но одно знаю твердо. В Листе. Тогда я сказал все, что в то время мой интеллект мог понять в этой бездонной по своим смыслам сонате. Я никогда так не играл в консерватории. Настал мой звездный и одновременно прощальный час. Главное же, прозвучала моя собственная, ну, конечно, листовская, но собственная соната. Единственное сочинение консерваторского периода, где в нотах не было ни единой пометки Зака, умевшего разрисовывать студенческие партитуры. Не знаю, достиг ли я в работе с Заком какого-либо мастерства, о котором он так беспокоился, но мое... пробудилась, наконец. И вышло это только потому, что в первый раз я совершенно во всем шел против своего учителя. Конец цитаты. Вот такое, скажу от себя, случается взаимное непонимание между учителем и учеником, между зрелой опытностью и романтической юностью. Впрочем, разница в возрасте между ними составляла всего 13 лет. Тем не менее, Нейгаус, вот вы видите портрет Генриха Нейгауза, сказал Грише после концерта: «Консерваторию ты окончил блистательно». Перенесемся снова в 1993 год. Концертный зал Нижегородской академической филармонии имени Ростроповича. Маэстро Хаймовский, профессор НВЮ, исполняет четвертый забытый вальс Ференца Листа. К сожалению, технический уровень этой видеозаписи, как принято говорить, оставляет желать много лучшего. Но качество звучания, а это главное в музыке, более или менее приемлемое.
Обдумывая в более зрелые годы все последовавшее сразу за дипломным концертом, Грегори пришел к выводу, что его не выход на большую концертную эстраду совершенно не связан с его закоослушничеством. Тут игра слов «законопослушание», «закоослушание». Это были времена, когда лауреату конкурсов Юлиану Ситковецкому была предложена только заочная аспирантура. Это были времена, когда, снаряжая команду пианистов на конкурс Шопена в Варшаве, Беллу Давидович, будущую победительницу, допустили только запасным кандидатом. Механизм вышвыривания из Москвы работал безукоризненно. В конце дипломного года в Московской консерватории выпускникам вручалась повестка с указанием места, куда они должны ехать на работу. Чаще всего назывались далекие сибирские городишки или культурно отсталые населенные пункты Средней Азии. В основном это относилось к большинству выпускников не москвичей и к подавляющему большинству выпускников евреев, неважно, москвичей или не москвичей. Почти все русские москвичи оставались в Москве или быстро возвращались туда. Такие, как Хаймовский, вышвыривались и вычеркивались из столичной жизни. Причем работа предоставлялась практически примитивная, неизмеримо ниже специальности, означенной в дипломе. Так в дипломе Грегори значилось «пианист-солист». Это обернулось для него примитивной школой для начинающих. Талантливый пианист, которому выдающиеся мастера предсказывали большое артистическое будущее, не мог не воспринимать все это как наказание за то, что он родился евреем. В конце августа 1950 года Грегори уехал в Калинин. Это было еще не так плохо. Благодаря усилиям Зака, тот был тогда деканом фортепианного факультета, бывшая Тверь досталась Грише вместо изначальной Махачкалы. По крайней мере, Калинин, хоть и глушь беспросветная, но зато всего в нескольких часах от Москвы. Началась 16-летняя ссылка пианиста Хаймовского в провинции Советской России. Первые 8 лет в Калинине. Сейчас вы видите его в возрасте 26 лет. Это калининский период, хотя он снят на фоне Геленджика. Он отдыхал. Так вот, в так называемом музыкально-педагогическом училище Грегори подкинули 50 учеников, что обернулось примерно 40-часовой рабочей неделей. Преподавали в основном дилетанты, за исключением двух-трех профессионалов. Это все, что осталось от довоенного небольшого симфонического оркестра в Калинине. У учеников было очень туго даже с русским языком. Подростки из окрестных сел едва могли писать по-русски. Грегори рассказывает, цитирую: «Я спросил как-то одного парня, почему он так плохо говорит. Тот ответил, что школу в деревне закрыли, так как учительку, которая ходила на уроки лесом, загрыз по дороге волк, а новую так и не прислали». Время было страшное, настроение безысходное. Грегори пишет, цитирую: «Убийство Михоэлса, закрытие еврейского театра, дело врачей, последовавший за этим
чудом неосуществленный план уничтожения евреев, отношение к этим событиям большей части населения, травля моего народа, вой и скрежет антисемитизма 52-53 годов все вместе создало взрывную волну, отторгнувшую меня от страны моего рождения. СССР перестал существовать для меня за 40 лет до того, как об этом было официально объявлено, а националистическая Россия не могла заменить мне родину. Я чувствовал себя отщепенцем, которому надо было искать моральную опору, чтобы существовать в окружавшей меня среде. Впервые в 25-27 лет я почувствовал, что моя личность раздваивается. Людям предстает один человек, а наедине с собой он абсолютно иной. Мое чувство потерянной родины еще сильно заявляло о себе, но душа все больше и больше тянулась к далям. Что толку разрывать себе сердце и рыдать о той земле и многих людях, любимых там? Ведь через 20 лет я уехал из ставшей мне чужой страны и уехал навсегда. Цитирование закончено, а я хочу сказать, что мы здесь слышим голос сердца. Причем, извините за вынужденную красивость, сердце, которое плачет. Это подлинные большие переживания. И еще он пишет в своей книге, цитирую: «Шли 50-е годы. На востоке вставала заря, она звалась Израилем. Советские газеты почти не давали материалов о ней, но и из ничтожно малого просачивающегося, по большей части открыто враждебного, все-таки рождалась мечта. Если жить этим было недостаточно, то хотя бы спасаться от удушья одиночки. Я больше не жил в России. Это почти 20-летнее существование до 72 года, когда я уехал, одна нескончаемая мука с конвульсиями, поразившими все от личной жизни до самых глубин профессиональной. В человеческом плане вопрос «кто я?» совсем непростой для многих моих современников-соплеменников, в моем случае разрешился сам собой. К 30 годам я уже несколько лет мог считать себя внутренним эмигрантом. И более того, не просто эмигрантом, а евреем, гордым моим прошлым, не признающим никаких компромиссов во всем, что касалось настоящего и будущего моего народа, теперь не советского, а отныне и навсегда еврейского. На этом мы, увы, заканчиваем сегодняшнюю передачу, но мы продолжим телевизионную версию книги Грегория Хаймовского «В поисках острова радости» в одном из ближайших выпусков нашей литературной программы. Перед началом каждой субботней передачи я объявляю программу литературных передач на следующую неделю. Следите за этими объявлениями, а пока я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого доброго.